Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Андрею Малахову припомнили старое видео, на котором он бесцеремонно потрогал гостю программы за грудь. В сети возмутились действиями журналиста и даже потребовали его увольнения. Скандальный ролик был снят в студии прямого эфира. Ведущий беседовал с девушкой в платье с глубоким декольте, а затем не сдержался и протянул к ней руку. Участница ток-шоу одернула Малахова, и тот продолжил вести программу, как ни в чем не бывало. Даже если это постанова, это отвратительно, трогать женщину без ее разрешения, это юмор. За такое предусмотрено наказание. Возмутились пользователи сети. Некоторые даже отметили, что ведущего после такого непристойного поступка должны уволить. Реакцию зрителей приводит Нью-магазин. Стоит отметить, что шокировавшее некоторых видео действительно оказалось постановочным. Андрей Малахов вместе с другими звездами российского шоу-бизнеса снялся в провокационном клипе Любови Успенской. В кадре также появились Михаил Ефремов, Яна Кошкина, Глюкоза и многие другие. «Этот клип не отличается ничем от настоящей передачи», — писали в комментариях на YouTube. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи,